Let's go. Папа, сейчас у тебя есть время? Ты думаешь, что да? А при чем здесь, о чем? Это о новой работе. А, ничего себе. Какая работа? Расскажи мне все. Ну, по-моему, она тебе не понравится. Почему? В этой работе мне нужно ездить за границу. Ты что? Это очень опасно. Ну, они сказали в интервью, что я могу подрабатывать в эту работу. Какая фирма? Какое дело? Исследование за государство. Исследование науки? Нет, о передачах. Ерунда, ерунда. Найти другую должность. Ну, ты относишься к меня как ребенок. Когда ты живешь один, ты можешь выбрать какую-нибудь работу. Ну, я могу в этой работе. Хватит. Учти мой совет. Что делать, если ты приедешь туда и ты узнаешь, что этот должность обман? Ну, по-моему, исследование за государство будет надежно. В других странах много очень разниц. Может быть, ты будешь удивлен. Нет, в Германии, я думаю, что бизнесмены очень честные. А, Германия. Разная история. Да, там они порядочнее. Oh, я подумал, что ты хочешь работать в Африке или в Азии, потому что ты всегда говоришь о них. Но там я хочу отдыхать, но не работать. Да, ладно, звони мне каждую неделю. Или в минимум каждый месяц. Буду. Но, ну, мне нужно уйти. Давай я звоню маме позже. И ты же знаешь, что все мужи в нашей семье уже были в милиции. Всегда помню. Ладно, я знаю, что ты будешь счастлив в Германии, и всего хорошего. Пока. Пока.